Всем привет, с вами Герман Пермяков. Вы смотрите инвесторский обучающий канал Redline TV. И сегодня разрешите с вами обсудить такую громкую тему прошлой недели, которая, в общем-то, кто интересуется в криптовалютах, да, кто в криптовалютах занимается, хотя большинство, конечно, наверное, занимается, те, кто смотрит наш канал, это падение рынка, дальнейшее падение криптовалютного рынка и из-за чего? Из-за грандиозного скандала с валютой Tether. Tether очень интересная схема, возможно, она мошенническая, то есть сейчас проводятся аудиты, вот сейчас начало февраля они как раз назначены, да, аудирование бирж, которые используют данный платежный инструмент как Tether. И давайте посмотрим исследование одного из журналистов, как бы, которое мы сделали в виде презентации, которое, в общем-то, я думаю, что будет интересно ознакомиться с каждым и сделать свои выводы, потому что с Tether нужно быть внимательнее. Итак, давайте смотреть. Раскрываем, как ничего не подозревающие пользователи биткоина и Dash, и как их склоняют держать бесполезные токены Tether посредством нерегулируемых централизованных бирж и опций LOX в кошельках. Основные тезисы. Многие обвиняют биржу Bitfinex в манипуляции ценой биткоина путем покупки биткоина за необеспеченные тетеры. Bitfinex владеет и управляет Tether. Tether обеспечены долларами не один к одному, а меньше чем на 10%. У Bitfinex и Tether нет надежных фиатных банковских партнеров. Тысячи ничего не подозревающих людей держат тетеры в кошельках при помощи опций LOX от CoinApult. Bitfinex и прочие биржи вместо тетеров ссылаются на доллары. Банк в центре Dash и Bitfinex Crypto Capital – это вовсе не банк. Crypto Capital не лицензирован и не застрахован, и использует в качестве банковских партнеров субъектов, известных как преступники и мошенники. Crypto Capital предлагает услуги многим биржам, и за ними стоят те же люди, что и за CoinApult. CoinApult заявляет о привязке биткоина или Dash к доллару, но на самом деле это не обеспеченные тетеры, это USDT. Опция LOX от CoinApult внедрена в кошелек Mycelium, а также в Dash, SFL и многие другие. Dash внедрила ненадежное фиатное банковское решение, предоставленное людьми, стоящими за CoinApult или Crypto Capital. Роджер Вер хорошо осведомлен о Tether, хоть и отрицает это, так как он является инвестором CoinApult, SFL и Kraken, которые все взаимосвязаны. Внешний аудит тетеров в начале февраля не состоялся. Так, начинаем по порядку. Первое – это появление Bitfinex. Против Bitfinex в течение последнего года выдвигалось множество обвинений, согласно которым Bitfinex и Tether – один и тот же субъект. И токены Tether, или USDT, как мы его больше привыкли видеть, не обеспечены долларом один к одному, как заявляется, и поэтому стоимость криптовалюты раздувается обманным путем. Bitfinex теряет розничных банковских партнеров, так как эмиссия Tether увеличивается, несмотря на недостаточную банковскую поддержку и неожиданное решение Bitfinex приостановить регистрацию новых аккаунтов. Эпизод 2. Появление Tether. Несмотря на обвинения, Bitfinex продолжает использовать тетеры, которые и дальше выпускаются миллионами, и этот карточный домик все еще не рухнул. Со временем многие стали пренебрегать этими утверждениями, как некритичными для экосистемы, которые начали атаковать распространителей плохих новостей. А другие продолжили использовать Bitfinex, несмотря на риски. Недавно в заявлениях одного из представителей Bitfinex произошло важное изменение, указывающее на то, что тетеры также обеспечены другими криптовалютами вместо доллара. В данном обзоре
мы как бы углубимся в эту всю информацию и посмотрим, как работает один из аспектов этой сложной аферы, кто в этом замешан, каковы риски краха, как все будет развиваться и как Bitfinex продолжает выпускать и продавать тетеры держателям биткоинов, несмотря на прямые обвинения в мошенничестве во всех популярных СМИ, в том числе и в New York Times, и из-за чего история о необеспеченных долларами тетерах в последние месяцы стала одним из важнейших предметов обеспокоенности в криптосообществе. Для начала отметим, что Bitfinex отображает цены криптовалют в долларах, что совершенно недобросовестно, поскольку общеизвестно, что Bitfinex лишилась своих долларовых банковских партнеров. Bitfinex владеет и управляет Tether, выпускающим токены, которые, как утверждается, обеспечены долларами США, хотя никто, в общем-то, в это не верит. Таким образом, на Bitfinex вместо валютной пары биткоин-доллар должно быть указано биткоин-тетер или BTC-USDT. Между тем, другая популярная биржа Poloniex действительно приводит курсы валют в USDT или тетерах. Например, вот использование USD вместо USDT, точнее просто тетеров, это откровенная ложь и злоупотребление. К тому же использование аббревиатуры USD в названии токена, выпускаемого какой-то непонятной централизованной третьей стороной, серьезное введение в заблуждение и наглое нарушение прав на торговую марку. И тетер давно должен был привлечь внимание американских прокуроров из-за подделки доллара. Эпизод 3. Появляется Crypto Capital. Тем не менее, расследование теперь временно переносится с Bitfinex на Crypto Capital, базирующийся в Панаме. Это финансовая сервисная компания, которая ложно называет себя банком. Но это не так. При этом предупреждение о мошенничестве можно встретить везде. Последнее расследование по Crypto Capital и Decentralized Capital раскрыло еще больше свидетельств о том, что это один и тот же субъект. Crypto Capital также называет себя лицензированным и полностью застрахованным панамским сервисом денежного обмена. Все это ложное заявление. Crypto Capital изначально назывался Crypto Financial, CFIG, и был запущен через компанию Havelock Investments, принадлежащую некому Panama Fund Havelock Investments. Это платформа, где имело место множество мошеннических криптовалютных инвестиций, в кавычках. И в последнем объявлении на сайте Havelock Investments говорится о партнерстве CoinaPult и Crypto Capital. Запомните название CoinaPult и Lock. Платформа Havelock Investments предлагала акции канадской криптовалютной биржи CoinTex, которую выкупила CoinSettler, которую затем выкупила Kraken. Заметьте, что инвестором Kraken является Роджер Вер. Его есть хорошее основание полагать, что Havelock Investments, Panama Fund, Crypto Capital и CoinPult управляются одними и теми же людьми. Crypto Capital советовал переводить деньги Global Transaction Services Limited известным мошенникам, сотрудничающим с мелкими польскими банками. Несмотря на ложное заявление Crypto Capital, в том числе и на сайте CoinPult, о том, что он является застрахованным банком, банковский надзор Панамы запретил всем панамским банкам предоставлять услуги и счета компаниям из криптопространства. Ни один панамский банк не имеет лицензии для работы с цифровыми валютами. На сайте Crypto Capital не указаны ни имена руководителей, ни банковские лицензионные номера, ни регистрационные номера компании, ни какая-либо другая информация, подтверждающая заявление о том, что он является регулируемым или застрахованным банковским институтом. Crypto Capital рекламирует себя как регулируемого универсального банковского партнера, позволяющего клиентам после однократной верификации открывать счета на многих криптовалютных биржах. Однако часто сообщается, что новым клиентам не удается открыть счет в Crypto Capital. Crypto Capital заявляет о предоставлении банковских услуг следующим биржам: CoinPult, Bitfinex, Quadric, ACX, Sex.io, Exmo, ChipChap. Эпизод 4. Появляется CoinPult. Теперь перейдем от Crypto Capital к CoinPult, одной из перечисленных Crypto Capital бирж, предоставляющих в этой драме особый интерес. Офис CoinPult находится по соседству с Crypto Capital, для которого CoinPult –
согласно Ари Миллеру, бывшему генеральному директору CoinaPult, разрабатывала внутренние технологии. Ари Миллер из CoinaPult создал бэк-энд систему и API для Crypto Capital, и похоже существует тесная связь между Crypto Capital и другими технологическими проектами, разработанными Ари Миллером, такими как упомянутые в его предложении сообществу Dash, что еще больше переплетает самое интересное компании в этом сюжете. Чтобы понять, как работает система распределения Tether, необходимо понять одну очень интересную опцию, предлагаемую CoinaPult. Это опция LOGS, которая позволяет держателям биткоинов на CoinaPult зафиксировать стоимость этих биткоинов в долларе. Таким образом, когда долларовая цена биткоинов меняется, можно в любое время зафиксировать стоимость в долларах, чтобы защититься от потенциального падения цены. Опция LOGS стартовала с CoinaPult и изначально была представлена очень скептической аудитории Reddit, но затем была перенесена на банковские счета Crypto Capital вскоре после интеграции CoinaPult с Crypto Capital, согласно вот данному архиву, который вот мы приведем. Ни Crypto Capital, ни CoinaPult не предоставляют никакой дополнительной информации о том, каким образом фиксируется, страхуется или хранится долларовая стоимость биткоинов. Но мы уверены, что Crypto Capital использует учетный механизм, известный как токены Tether, для учета того, кто какой долларовой стоимостью владеет. CoinaPult подтверждает, что долларовую стоимость страхует Crypto Capital, но это откровенная ложь. В тесной связке картагенский риск выше Луны, учитывая, что банковские партнеры Crypto Capital – известные преступники. Заметьте, что Crypto Capital и CoinaPult нигде не упоминают о токенах Tether. На CoinaPult просто приведена опция LOGS. Вернемся к истории. CoinaPult появилась как удобный способ отправки биткоинов по электронной почте тем, у кого еще нет биткоинового кошелька. Впоследствии, в последние годы CoinaPult превратилась в биржу, тем не менее на сайте представлены очень ограниченные опции обмена, грубые и простые, и не те, каких можно ожидать в настоящей бирже. Обмен CoinaPult больше напоминает метод «купить сейчас», а цены берутся непосредственно с Bitfinex. Лента цен Bitfinex отслеживается круглосуточно. Все настоящие биржи и рынки биткоина имеют очень различающиеся цены. Учитывая, что биткоиновая цена на CoinaPult – это цена валютной пары биткоин-доллар на Bitfinex, мы можем заключить, что их связь очевидна, что Crypto Capital и CoinaPult торгуют валютной парой биткоин-тетер на Bitfinex и используют токены Tether в своей опции LOGS. Теперь мы вернулись к Bitfinex и Tether и можем с абсолютной уверенностью заключить, что биткоиновая цена CoinaPult – это цена Bitfinex. И посредством Crypto Capital приобретаются токены Tether и распределяются через опцию LOGS от CoinaPult. Но мы пока не учли, что на рынке продаются новые Tether, поскольку CoinaPult явно не используется в качестве розничного рынка для торговли биткоинами. По сути, CoinaPult отказалась от своих розничных услуг, чтобы сосредоточиться на отношениях бизнес-бизнес. Например, если вы пытаетесь открыть счет на CoinaPult, вы получаете инструкции пополнить счет через Crypto Capital. Но когда люди подают заявку об открытии счета в Crypto Capital, их полностью игнорируют. А это не предвещает ничего хорошего для тех, кто надеется в ближайшем будущем вывести из Crypto Capital или CoinaPult, зафиксированные с помощью опции LOGS, стоимости валютной паре доллар-биткоин или доллар-дэш. Эпизод 5. Появляется Mycelium. Продвигаясь вглубь данной схемы, мы обнаруживаем, что CoinaPult интегрировала в свою опцию LOGS в популярный биткоиновый кошелек Mycelium, а также в кошелек Tender, предлагающий перевод биткоинов и зафиксировал с помощью LOGS валютную пару биткоин-доллар через Telegram миллионам его пользователей. Теперь, когда CoinaPult интегрировалась с Mycelium, данное партнерство предоставило новенькие сияющие фальшивые тетеры сотням тысяч пользователей кошелька Mycelium, которые вообще не знают, как работает опция LOGS на практике. Чем она вообще обеспечена и каковы контрагентские риски при использовании предоставленной доверенными сервисами вот этой всей кодлой CoinaPult, Crypto Capital, Bitfinex, Tether и опции LOGS и хранение стоимостей валютной пары биткоин-доллар в зафиксированном виде в тетерах. В кошельке Mycelium нигде не упоминается, что
функция locks у биткоина пульт использует банк Crypto Capital, и что эти зафиксированные стоимости USDT обеспечены токенами Tether. 506. Появляется Safello. Coinapult также интегрировалась с Safello. Это еще одна биржа с сотнями тысяч пользователей, получивших теперь доступ к сервису LOX. Примечательно, что в числе инвесторов Safello есть Роджер Вер. Тот же Роджер Вер. Инвестор Coinapult. И Эрик Вурхес, это сооснователь этой же Coinapult. 507. Появляется Dash. Одновременно с тем, как Coinapult интегрировалась с кошельками Mycelium и Tender, и Айрон Миллер начал работу над интеграцией с Dash, Coinapult перестали общаться с общественностью на Reddit и Twitter. Похоже, внимание переключилось с попыток стать розничным обменным сервисом на интеграцию опции LOX как можно большее количество криптовалютных экосистем посредством партнеров типа бизнес-бизнес. Вот, допустим, того же Айрон Миллера спрашивают о контрагентских рисках использования сервиса LOX от Coinapult. И разговор фокусируется на том, как опция LOX обеспечивается Coinapult по сценарию доверяем. Причем особенно интересно, когда Айрон Миллер увиливает от ответа на вопрос к привязке биткоина к доллару, оправдываясь, что при доверии третьей стороне всегда существует риск. Ну и примерно 40 минуты разговора Миллер говорит о попытках заблокировать американские IP-адреса, и в этой части его идеология оправдания и мышления наиболее показательны. После успешной интеграции сервиса LOX от Coinapult в Mycelium, Айрон Миллер, генеральный директор Coinapult, публично объявил об уходе с должности генерального директора Coinapult, чтобы вместо этого сосредоточиться на своих новых проектах Digener и GitGuild. Эпизод 8. Уходит Coinapult. И после всех этих интеграций с Dash и Mycelium, Айрон Миллер зловеще отрекается от Coinapult, и, в общем-то, обвинения, выдвинутые бывшим сотрудником Coinapult, ставят под вопрос безупречность и честность нынешнего воплощения этой биржи. Тем не менее, несмотря на то, что Айрон Миллер в августе 2017 года отрекся в Твиттере от Coinapult и, судя по всему, ушел с должности генерального директора, он, вероятно, все еще является бенефициарным владельцем. И 19 августа 2016 года все еще отстаивал удивительное деловое партнерство вот этой всей системы Coinapult, Crypto Capital, Mycelium и Bitfinex перед сообществом мастернода Dash. И да, Миллер достиг успеха и заключил партнерство с Dash, предоставив также и сообществу Dash банковское решение Crypto Capital и пресловутую опцию LOX, о которой мы говорили чуть ранее, именно от Coinapult. Интересно, что один из влиятельных ранних инвесторов биткоина Роджер Вер 18 декабря 2017 года провел на YouTube трансляцию «Спроси меня что угодно». И самый важный и чаще всего задаваемый вопрос от сообщества Reddit касался его мнения об истории с Tether или Bitfinex. Считает ли он, что Tether сохранит отношение один к одному к доллару в случае рыночного обвала? Его нервный ответ заключался в том, что он ничего не знает о Tether, но слышал много заявлений, однако советует все самостоятельно «основательно» в кавычках изучить, и что он сам часто был жертвой клеветы и понимает, что других могут назвать мошенниками, тогда как они таковыми не являются. Однако он умолчал, что сам является инвестором Coinapult и Safello, которая теперь тоже использует Tether LOX, опции LOX от Coinapult. Роджер Вер должен быть совершенно осведомлен о финансовой прибыли от интеграции LOX в кошельки Mycelium и Safello. Однако, учитывая недавнюю поддержку Роджером Вером нового конкурента биткоина Bitcoin Cash и переводы им 40 тысяч биткоинов в Bitcoin Cash через Bitfinex, возможно, Роджер знает больше, чем говорит. Эпизод 10. Устанавливаем связь действующих лиц. Интересный способ установить связь всех этих проектов воспользоваться техническими репозиториями на GitHub, разработанных и поддерживаемых командами Айрон Миллера. Интересен мертвый биржевой проект 1BTCX, где активно упоминается Crypto Capital. Он построен на основе проекта с открытым кодом WLOX, разработанным Айрон Миллером для Crypto Capital. В принципе, это можно увидеть на странице CryptoCap. Итак,
Тем, кто полагается на банковские возможности бирж, использующих тетеры, стоит также знать, в какой компании они оказались. Эти биржи не только имеют дело исключительно с тетерами и выдают их за доллары, но также имеют общего банковского партнера Crypto Capital, это все-таки мошеннический банк, и многие кошельки и биржи тайком внедрили тетеры. Тетеры именно посредством локс, опции локс от CoinApool для своих пользователей. Вот биткоин-биржи, для которых Айра Миллер разработал клиенты, что свидетельствует о широте его охвата. Это неблагоприятное развитие событий для сотен тысяч ни о чем не догадывающихся людей, держащих необеспеченные тетеры посредством опции локс от CoinApool. То есть, давайте перечислим эти биржи. То есть, это, естественно, Poloniex, это OKCoin, это LakeBTC, это Kraken, это Kobe, это Exchange.ru, это BTCe, это BTC China, это Bitstamp, это Bitfinex. То есть, мы видим, что Dash Evolution, новая версия Dash, всецело подвержена интеграции с этой токсичной банковской сетью и в зависимости от этих нерегулируемых бирж и тетеров. Давайте перейдем к следующему эпизоду. Эпизод 11. Уходит тетер. Многие призывали Bitfinex или Tether провести внешний аудит для подтверждения реальных резервов долларов и биткоинов, чтобы удостовериться, что свыше миллиарда тетеров, находящихся сейчас в обращении и удерживаемых бравыми бумажными криптомиллионерами, действительно обеспечены реальными долларами. Хотя этого пока не произошло и не произойдет, один доступный криптосообществу метод организовать открыто регулируемый сообществом внешний аудит тетеров, чтобы подтвердить ликвидность Bitfinex и Tether относительно их резервов, все-таки был посоветован. Если мы предположим, что, скорее всего, эти тетеры не обеспечены никакими реальными долларами, то можно еще надеяться, что биткоин и Dash, приобретенные Bitfinex за эти тетеры, то есть фальшивые доллары, все еще находятся в хранилищах Bitfinex, а они оказались на счетах каких-нибудь хакеров или инсайдеров и не были проданы на других биржах и не растрачены. Можно также надеяться, что Bitfinex по запросу перераспределит и обменяет эти надежно хранящиеся биткоины и Dash их полноправным владельцам по справедливой ожидаемой стоимости. Тогда криптодержатели смогут хоть немного вздохнуть с облегчением. Пусть даже они не могут получить полную ожидаемую стоимость бумажных долларов согласно тому, что сейчас показывает баланс на их биржевом счете или в кошельке. Однако, если долларовая цена тетеров быстро снизится, все эти бумажные миллионеры, зафиксированные в долларах средствами, обнаружат, что на самом деле у них есть не доллары, а тетеры, и что у них нет абсолютно никакой надежды на то, чтобы обменять их на какую-либо регулируемую биржу, работающую с реальными долларами. Лучшее, на что они могут надеяться, это вернуть контроль над своими биткоинами и Dash. Но настоящий вопрос от Bitfinex и о их ликвидности валютной пары Bitcoin Dash в том, намереваются ли они держать Bitcoin Dash, который они купили за фальшивые тетеры. И эпизод 12. Уходит Bitfinex и все биржи. Ввиду вопросов, возникших в ходе данного расследования по Tether и надежности криптовалютных бирж вообще, автор призывает к внешнему аудиту долларовых счетов у всех бирж. Нас ежедневно закидывают эфирической ценовой пропагандой от всех самодовольных ранних инвесторов биткоинов, бирж и крупных китов, кричащих об историческом максимуме спотовой цены и объявляющих рыночную капитализацию биткоина, достигшую 20 декабря прошлого года, головокружительных 320 миллиардов долларов, тогда как капитализация всех криптовалют превысила 600 миллиардов. Учитывая эти исторические максимумы, можно уверенно предположить высокую ликвидность и достаточный объем, чтобы амортизировать справедливую среднюю высокую цену для всех, кто держал криптовалюты минимум 6 месяцев, чтобы позволить им обналичить хотя бы половину своих резервов. При рекордных числах, стекающихся к этим рынкам, новых спекулянтов, желающих получить свою долю астрономических доходов, обрушивающих в процессе сервера Coinbase и подрывающих деятельность и их отдела идентификации клиентов, должно быть возможно получить от бирж немного реальных долларов без обвала текущих цен пары Bitcoin Dash. Что это даст? Во-первых,
Так будет доказано, что это не какая-то огромная децентрализованная пирамида, как утверждает каждый чиновник центральных банков и правительств, как только раскрывает рот, и что Сатоши и ранние участники не снимают все деньги, вложенные новыми лохами. Во-вторых, это позволит провести инициируемый сообществом внешний аудит долларов, хранимых от имени сообщества небольшой группы централизованных бирж. Быть богатым в реальности и на бумаге – это разные вещи. Кто, как знает любой, кто выиграл монополию. Так будет доказано, если у реальной криптовалютной биржи реальная долларовая ликвидность и капитал, чтобы покрыть то, что показывают все кошельки и биржевые счета, что подтвердит всем сомневающимся рыночную капитализацию и спотовую цену и докажет миру скептиков, что все это реально. В случае положительного результата, такой эксперимент по подтверждению, несомненно, будет способствовать еще более быстрому массовому принятию криптовалют. В-третьих. Это подтвердит богатство, которое многие люди, как они думают, имеют на бумаге, не зная ничего наверняка и опасаясь, что в любой момент они могут его лишиться, так как они постоянно слышат: «Не вкладывайте больше, чем можете позволить себе потерять, вы можете потерять 100% вашей доли» и тому подобное. В-четвертых, некоторые могут беспокоиться, что это может обвалить текущую цену, но если цена немного снизится, почему это должно вас волновать? Вы будете спокойны насчет того, что бумажная стоимость реально доступна. Криптореволюция – это большой эксперимент, все еще пребывающий в зачаточной стадии, поэтому требующий тестирования подобных сценариев и обстоятельств. Если цена действительно обвалится, то как будет лучше для всех? Ведь многие ждут случая, чтобы вложиться в биткоин и другие криптовалюты. Если бумажная стоимость будет подтверждена, придут миллионы новых людей, потому что они будут доверять системам и биржам, доказавшим свою честность в ходе инициированного сообществом внешнего аудита долларов. Тогда цены очень быстро пойдут вверх, только теперь уже в надежных проверенных биржевых условиях. Автор статьи предлагает внешний аудит долларов всех основных бирж в феврале 2018 года. Понадобится время, чтобы организовать вывод средств с Coinbase и других регулируемых бирж, имеющих относительно строгие лимиты на вывод средств и блокирующих держателей крупных счетов. Так что это будет ручной процесс, а следовательно, это аудит ликвидности невозможно будет провести быстро. Эпизод 13. Следующая глава. Чем занимается Айра Миллер? Миллер только что анонсировал новый фонд по созданию децентрализованной биржи, в котором будет, может быть, интересно поучаствовать. Учитывая историю Havelock Investments и успехи интеграции тетеров, именно тетеров с помощью функции LOCKS, во многих крупных биржах и экосистемах это определенно будет очень успешный проект. Инвестируйте сейчас, используя вашу прибыль с тетеров. Чем занимается Tether? Tether анонсировал закрытие своей платформы и ее замену новой после недавнего «взлома», в кавычках, который, по мнению многих, был делом и их же рук. Tether также объявил, что не будет погашать Tether за доллары, так как им самим нужны реальные доллары. Вместо этого держателям советуют пойти на любую нерегулируемую биржу и пытаться продать Tether кому-нибудь, кто согласится их купить. Что же, удачи. Tether подтверждает, что у них имеется более 1 миллиарда долларов. Минутку. На одной странице говорится долларов, а на другой USDT. Так как же правильно? Также говорится, что его фальшивый аудит пока не будет проведен, и надо немного подождать, и это тоже откровенная ложь. Спекуляции. Тетеры, вероятно, задумывались с целью решить конкретную проблему невозможности простого перевода фиатных валют между биржами. Но в процессе появилось оправдание и непредвиденные проблемы, и возможности в купе с алчностью, наивностью и грандиозным смехотворным заблуждением о том, что однажды Тетер может стать могущественнее самого американского доллара. Эта комбинация заблуждений и мошенничества убедила сотни тысяч людей держать бесполезные Тетеры, отказавшись от биткоин Dash на их пути, на их росте, да, который вот официально был прерван. В случае инициируемого сообщества внешнего аудита долларов, многие биржи, особенно нерегулируемые, не выполнят своих обязательств, и Тетеры упадут к нулю. В то время как биржи будут пытаться удерживать биткоин и Dash. Если биржи, работающие с Tether, смогут вернуть биткоин и Dash их законным владельцам, то, по мнению автора статьи, это будет лучшее, на что можно надеяться. Те, кто надеется получить текущую сумму в долларах, отображаемую на их счетах, пребывают в плену иллюзии. Отдать всем
сумму долларов, которую, как они считают, у них есть, будет просто невозможно. Этой суммы долларов просто нет. Биржа сейчас держит большие суммы биткоинов и дэш. Если они обменяют свои биткоины и дэш на фальшивые тетеры по текущим высоким курсам долларов, то отдадут очень мало биткоинов и дэш в сравнении с той ценой, которую они изначально заплатили. Так как, когда они продавали тетеры, они платили за биткоин намного меньше, что принесет им огромную прибыль в биткоине и дэш. Тогда как они получат обратно свои бесполезные тетеры и расстанутся лишь с небольшой частью своих криптовалютных резервов. В итоге у них будут фальшивые тетеры, и разница между ценой, по которой они изначально покупали биткоин и дэш, и той, по которой они их продали, определит их прибыль. Но если цена тетера упадет, они потерпят убытки, и поэтому они будут вынуждены притворяться до последнего. И теперь приведем информацию из немножко из другой статьи, из другого источника. Вообще, что может означать данная ситуация для криптовалютных рынков? Если возникнет проблема с Tether, это может стать детонатором для криптовалютного рынка в целом, так как на многих биржах монета выполняет ключевую функцию. Многие считают, что объемы торгов с участием Tether в последнее время выросли настолько, что это уже превышает трейдинг биткоина примерно на 10%. Есть мнение, что если резервов в долларах США недостаточно, то цена Tether не должна быть привязана к доллару. Однако это, видимо, будет решать сам рынок. Есть опасения, что крах Tether может привести к обвалу биткоина и других криптовалютных активов, которыми люди торгуют при помощи USDT. Британская газета The Daily Express предсказала снижение цен на криптовалютных рынках на 80%, назвав это кровавой бойней. 30 января курс биткоина значительно снизился из-за появившейся новости о том, что еще в декабре американская CFTC вызвала в суд руководителя Tether и Bitfinex. Если Tether отвязать от доллара, то это также вызовет огромные проблемы для использующих его бирж. Это создаст проблемы с ликвидностью, и биржам придется искать дополнительный капитал. Например, издание Wired считает, что если трейдеры потеряют веру в Tether, это будет похоже на массовое снятие средств с банковских депозитов. Что будет дальше? Участники криптовалютного рынка, разумеется, хотят, чтобы все это быстрее утряслось, так как неопределенность для рынка – это не очень хорошо. После огромного роста до 25 декабря цена биткоина в январе упала примерно на 40%. Аналогичный путь проделали и другие криптовалюты, хотя этот спад и не был связан с опасениями насчет Tether. Проблема начала проявляться в очень тревожное для криптовалют время. Будущие шаги Tether пока не ясны. Возможные сценарии зависят от действий американских регуляторов. Возможно, Tether Limited обяжут нанять новых аудиторов, чтобы установить истину. После повестки от CFTC в начале декабря компания уже успела имитировать новые тетеры. Business Insider поговорил с Ноланом Баверле, директором по исследованиям компании CoinDesk, и вот как оптимистично описывает он ситуацию. Bitfinex выпустил тетеры под присмотром CFTC, и это означает, что монета действительно поддерживается американским долларом. Если бы Bitfinex выпускала тетеры недостаточно поддерживаемым долларом, несмотря на контроль со стороны CFTC, это было бы наглостью. Безудержные оптимисты, разумеется, есть и среди трейдеров. Они утверждают, если этот рынок пережил закручивание гаек со стороны китайского правительства, то он может пережить все что угодно. Коллеги, если вам понравилась информация по Tether, обязательно ставьте лайки, пишите комментарии и примите это во внимание, потому что Tether, в общем-то, с ним пока нужно быть осторожнее. То есть есть схемы в основном для биржевых, для трейдеров, да, как через Tether, предположим, можно там покупать биткоин, чтобы не зависеть от курсов в обменниках, чтобы постоянно не покупать, держать деньги в Tether, потом их обменивать на биткоин внутри бирж. Есть такие схемы, я не давал на канале, может и слава богу, что не давал, но в общем-то не надо, пока что вот надо просто последить за ситуацией, посмотреть, как она будет развиваться дальше, именно с Tether. Все, спасибо за внимание, подписывайтесь, ставьте лайки, слушайте Азовскую столицу, и подписывайтесь на аудиотерминал, тоже интересно, много интересной информации. Все, всем пока.